есть там был стишок такой «Ламарк». Почему Старчику пришло в голову его в песню превращать? Удивительно. Ну или в музыкальный номер, да, песни. Вообще, что называть песней? Интересный вопрос. Ну, потом. Я думаю, что все-таки это то, что без автора где-то поют. А вот это все музыкальные номера. Значит, когда автор сам изобразил, или без него другой кто-то очень старался, и один спел. Ну, не знаю. Мне кажется, что песню поют. Может быть, забывая автора. Был старик застенчивый, как мальчик, неуклюжий, робкий патриарх. Кто за честь природы фехтовальщик? Ну, конечно, пламенный Ламарк. Если все живое лишь помарка, за короткий выморочный день на подвижной лестнице Ламарка я займу последнюю ступень. К крыльцам спущусь и усоногим прошуршав меж ящерицы змеи, по упругим сходням, по излогам сокращусь, исчезну, как протеин. Роговую мантию надену, от горячей крови откажусь, обрасту присустами и в пену океана завитком вопьюсь. Мы прошли разряды насекомых с наливными рюмочками глаз. Он сказал: природа вся в разломах, зрения нет, ты зришь последний раз. Он сказал: довольно полнозвучья, ты напрасно Моцарта любил. Наступает глухота паучья, здесь провал сильнее наших сил. И от нас природа отступила, так как будто мы ей не нужны. И продольный мозг она вложила, словно шпагу, в темные ножны. Но подъемный мост она забыла, опоздала опустить для тех, у кого зеленая могила. Красное дыхание, гибкий смех. Ну, это специально.